походу мы тут надолго. Встретили Дашульку, привет! По вот такой вот красной ковровой идем. А я сбежала. Отправляемся в аквапарк. Поискали, посмотрели, где тут самый большой и интересный, нашли и сейчас поедем. Мы едем не просто в аквапарк, а едем в целый отель, в котором живет наша подружка, поэтому мы едем именно туда. Да тут много чего есть на самом деле. Лунапарк здесь тоже есть. Походу мы тут надолго. Короче, мы сейчас сядем на вот этот шаттл, доедем до аквапарка, потому что мы остановились на блок-отеле, сейчас едем в аквапарк. Это, конечно, местечко будет. Залетай, йоу. Мне страшно. А что тебе страшно? Ну что, мы приехали в зону лунопарка. Мы приехали, и Даня говорит, у меня слов нет для этого вообще. Нет слов. Не, ну это подождите, это лунопарк, а где же аквапарк? Вон аквапарк, дальше. Не удержались и в первую очередь прыгнули вот сюда, на волны. Вода теплая, прям теплая, классная вода. В принципе, очень большой аквапарк. И вообще территория большая. А здесь, знаете, что классно? Песочек такой клёвый. Я не люблю песок. Он грубый. Белый. Решили проверить горочки. Мы идем на горку! Встретили Дашульку, привет! Побежали! Мне страшно. Идем к следующему аттракциону. Тут, по всей видимости, эта штучка специально сделана, чтобы мы не скользили и нам было не горячо. Давай мы с Миланой проедем. Давайте, прокатитесь. Да, посмотри, Даша. Самая страшная горка, говорят. Да, ура. А, вон они. Вообще не страшно. Детка, я не трус. Я боюсь. Не страшно? Вообще не страшно. Вот в этом оазисе.
Нет, я просто китаец. Катимся сейчас. Катим, крутим. Милана, катаешься тут. Катим. В темноте. Стой, сейчас включат свет. И подожди, очень важно. Пахнет какашка. Какие тут красивые. Парад. Держи, сейчас мой приз! Ну что, веселье продолжается? Да. Это мороженое будем. Это мороженое. Ясно. Ну давайте. Даня приходит, сразу вот сюда забурился. Данил, я не очень поняла, ты кушать будешь? Пойдем выберем. Я в доме. Ну вот и все, закончилось наше веселое время с девчонками в этом классном отеле, в этом классном аквапарке. И мы сейчас уже едем домой. Видите этот грустняк на лице? Этот грустняк не хочет уезжать. Там тоже вон грустняк. Ну, грустняк, улыбнись. И этот грустняк не хочет. Два грустняка прощаться не хотят. Ну ладно, вот у вас есть классный, вкусный теперь коктейль прощальный. Мы вернулись домой и пришли сразу на ужин. Давайте я вам покажу, какой у нас ужин. Ну, тут, короче говоря, конечно, много хлеба. А здесь различных закусочек. Сегодня Милана себе набрала картошки. Смотрите, сколько здесь разных салатиков, закусочек, всякого-всякого, короче. Одним словом, вкусности здесь просто немерено. Слишком много, я бы сказала, поэтому уходим отсюда, уходим. Пока все кушают, я ради фигуры сбежала и хочу показать вам нереальный закат. Но тут еще есть один минус, нереальный ветер, поэтому... Без звука, но красиво.